Шоколадные кексики с какао обязательно понравятся всем сладкоежкам. По желанию в тесто можно добавить маленькие кусочки шоколада. Подайте их с молоком на завтрак. Дети будут довольны. Все любят домашнюю вкусную выпечку. Побаловать себя и своих близких можно вкусными кексиками, приготовленные своими руками. Кексики готовятся очень просто, имеют небольшой размер, поэтому быстро пекутся. Они получаются мягкими, воздушными, хорошо поднимаются в духовке во время приготовления. Добавление какао в тесто придаст нежный шоколадный вкус, который понравится всем любителям сладкого. 1. Смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель, пищевую соду и соль. 2. С помощью миксера взбейте масло с сахаром. 3. Вбейте яйца и взбивайте до белой пышной пены. 3. Вбейте яйца и взбивайте до белой пышной пены. 5. Разлейте тесто по формочкам для кексов. 6. Выпекайте шоколадные кексики в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.